Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes MG. Ремонт переда. Устанавливаю машину на стапель и затем разбираю перед. Радиатор и телевизор снял сам хозяин. Подрамник был заменен на новый целый. Основная проблема – левый лонжерон. Ладно, разбираю. Передок разобрал и теперь проверяю размеры. После измерений вытягиваю лонжероны. На левом лонжероне залом приходится подогреть и затем тянуть. Здесь и внизу лонжерона осталась вмятина. Чтобы ее отравнять, вырежу кусок. Вмятина отравнял, теперь привариваю все обратно. Итак, лонжерон восстановлен, теперь я его покрашу. После покраски внутри обрабатываю мовилью.
Еще немного работы с металлом. Это алюминий, поэтому грею. Ну и напоследок сборка. Моя работа закончена. На эту работу ушло 20 часов. Отдаю машину владельцу. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!